Сегодня я купил и скачал читы за 1 рубль, 10, 100, 1000 и даже 10 тысяч. Я рейв, а ты ставь лайк и по его последней цифре смотри, какой скин ты выиграл. Покупка чита за 1 рубль. Ух ты, прям бесплатно скачал. Всего 1 рубль. А обновляться они будут по подписке постоянно. Называются читы на бутылич. Всего-то напросто нужно было взять батину карту, привязать и все. Так, ну что ж, включим их и проверим. Ой, а куда это весь мой инвентарь делся? Странно, ничего не пойму. Ну, наверное, это чит так работает. Типа, чтобы я без скинов играл. Меня никто не спалил. Но зато я буду раздавать всегда по хедам. Играем. Так, первый хедшот не поставил. Блин, второй тоже не смог. Ничего не получается. Только лишь телефон лагать начинает. И он выключился и вообще не включается. Наверное, батарейка разрядилась. Сынок, а ты можешь мне рассказать, куда делись все мои деньги с карты? Блин, батя, а у тебя чё, только 1 рубль на карте был? Эй, в смысле? Ты чё, падаль мелкая, офигел? Папа, спокойно, я сейчас пойду в техподдержку писать, чтобы разбанили и больше не буду играть с читами. Ну, за 1 рубль уж точно. Здравствуйте, мы рассмотрели ваше предложение и готовы пойти на уступки при условии, что вы никогда больше не будете качать читы за 1 рубль. Оу, е, меня разбанили, это очень легко, оказывается, делается. Повезло, повезло. Читы за 1 рубль удалили все скины из моего аккаунта, но я все равно хочу подарить тебе этот крутой скин. Ставь лайк, пиши комментарий со своим ID и подписывайся на канал обязательно с колокольчиком, и ты сразу же получишь один из 4 топовых скинов. Покупка чита за 10 рублей. 10 рублей вообще немного. С обеда в неделю откладывал, и вот наконец-то я их накопил. Купил, скачал, установил менчик. Они называются Сейнсус Укус. Такое какое-то странное название, дурацкое. Но мне сказали, что с ними даже команды на турнирах играют и не палятся. Ничего себе! Тут у них радар встроенный, и он показывает, где враги находятся. Ну что ж, посмотрим, что это за скиллуха такая. Инвентарь мой на месте, читы я включил. Какие-то точки странные на радаре появились, значит, все работает. Но дело-то в том, что игроков-то я видеть вижу на радаре, а вот попасть по ним без аима своего все равно не получается. Опять из игры выкинуло. Как же меня этот стендов бесит после такого. Ничего, сейчас снова зайду и продолжу играть. Ой, сообщение вылезло, ваш аккаунт заблокирован. Да что такое-то, не успел с читами ни одного фрага сделать. Сейчас пойду опять в техподдержку писать, чтобы меня разбанили, и больше я вообще не буду играть с читами. Ну, за 10 рублей уж точно обещаю. Но вы уже обещали, что не будете скачивать читы за 1 рубль, а тут скачали за 10. Ну хорошо, это в последний раз. Мы снимаем бан, и если вы будете играть честно, то аккаунт останется у вас. А сейчас я начал активно скупать скины с паттернами от своих подписчиков. Поэтому, бро, напиши в комментарии паттерн, пушку и свою аватарку, и я у тебя его куплю через время. Покупка чита за 100 рублей! Я купил следующий чит за 100 рублей, который позволит навешивать на стандартные пушки очень дорогие скинчики. Но их вижу только я и больше никто. Установил, включил, посмотрим. Вау, теперь у меня есть все имбовые перчатки, имбовые ножики, лютейшие скинчики и даже полный набор граффити. Теперь у меня их вон сколько, жопой жуй. Пойду в катку красоваться ими перед своими одноклассниками. Итак, дропнул всем союзникам свои имбовые валы, калаши, авики. Написал, ну как вам мой крутой лук? А почему все пишут, что я какое-то дно и играю вообще без скинов? Это что, я их только вижу? Ну я хотел, чтобы меня в школе уважали. Теперь точно чмырить будут, блин. Ну ничего, я скринов наделаю и скажу, что их раздал все. Типа, я очень добрый игрок, капец. Кто как голду попросит, я ему сразу скин даю бесплатно. О, что это-то? О, блин, опять меня забанили? Ну ничего, я сейчас опять пойду в техподдержку писать, чтобы меня разбанили. И теперь я больше точно не буду играть с читами. Ну, за 100 рублей уж точно. Вы издеваетесь? Это уже свинство. Но у нас сегодня день рождения игры, поэтому исключительно для вас мы делаем подарок. Бан снят, но это в последний раз.
Уебан снят, опять прокатило. И несмотря на то, что в Чите за 100 рублей скины были фальшивые и меня потом забанили, я знаю, где можно достать очень много реально крутых скинов, и за те же 100 рублей тебе может очень сильно повезти. Прокачай инвентарь на GG стендов, они выпустили специальные новые кейсы, и ты сможешь открыть их бесплатно. Получай новые скины, плюс можно выбить голд пас из кейсов на Гайна, просто играй на сайте и заполняй шкалу, а чем больше играешь, тем круче кейс будет разблокирован. Не забывай про кейс батл, зови игроков на битву, открывай вместе кейсы, и тот, у кого лучше дроп, заберет себе все. У GG появилась новая система пополнений P2P, используй мой промокод 123R, выбирай свой банк и потом заходи в приложение банка и переводи сумму по номеру. Как только ты нажмешь, что отправил перевод, то сразу же получишь на сайт зачисление. Не забудь забрать скин в лавке Оливандера и помочь в сражении с Волан-де-Мортом, самые отважные бойцы получат достойную награду. Вступай в Ордена Феникса, выполняй изи-квесты и лутай голдишку. Жду тебя на GG стендов. Секретный код на кейс, ссылка на сайт и приложение будут в закрепе. Покупка чита за 500 рублей. А вот теперь я купил читы за 500 рублей. Ого, это очень много. Надеюсь, в этот раз меня уж точно никак не забанят. Итак, эти читы за 500 рублей умеют ставить плент прямо с респауна. Это ж, читай, получается моментальная победка на матчмейкинге. Я не буду ждать и сразу же пойду играть в рейтинговые игры. Одна рейтинговая игра спустя. Мы проиграли 0-10, потому что я ставил плент, а его потом сразу раздефьюживали. Зачем это так работает? Я рассчитывал, что враги его вообще не будут трогать, а они выиграли. Это я-то на этот чит 500 рублей потратил, а в итоге заплатил за то, чтобы свои бабки отдал и проиграл. А, меня еще и в итоге забанили? Блин, опять? Пойду в техподдержку писать и пообещаю, что теперь никогда в жизни не буду играть с читами. Ну, за 500 рублей уж точно. Вам придется задонатить в игру 500 голды, и тогда, уж точно в последний раз, мы снимем вашу блокировку. Это исключение из правил, потому что у вас красивые глаза. Воу-воу-воу-воу! Глаза, да! Это прям про меня! Спасибо! Покупка чита за 1000 рублей! Теперь я купил читы и за 1000 рублей! Это уж очень много! Надеюсь, за них мой аккаунт точно не забанят! В них написано, что я могу очень быстро бегать по карте! Круто! Это я смогу все спины заходить, и враги даже не будут понимать, откуда я их вынес! И они все будут в шоке от моей крутости! Уже не торопятся их проверить! Погнали в катку! Ну так-то работают! Я быстро бегать очень сильно могу, а вот попасть, блин, в никого по-прежнему не выходит! Это потому, что я-то косорукий, а им в этих читах опять не подвезли! Ну и что, что я бегаю быстро? Ведь сильнее-то я от этого не становлюсь, и попасть по кому-то не могу по-прежнему! Че-то мне этот спидхак уж не очень нравится! Да и, блин, опять забанили! Почему? Ведь я же все равно никого не кильну! Ай, глупые разработчики, не понимают, что преимущества у меня нету. Напишу я им опять и пообещаю, что больше никогда играть с читами не буду. Ну, по крайней мере, за 1000 рублей уж точно. А вы не устали еще деньги на них тратить? Нам тут даже интересно, что будет дальше. Сидим всем офисом ржем. Только ради этого и разбаним ваш аккаунт, если обещаете больше не качать читы. Да, конечно! Я же обещал! Покупка чита за 5000 рублей! Ух ты, помогло! Опять меня разбанили, ура! Поэтому я куплю читы за 5000 рублей! Блин, это очень дорого, я думал, что мне вообще не стоит мне их покупать, или надо, или нет. Так еще и мой канал смотрит аж целых 22% зрителей всего-то с подпиской. Бро, не огорчай, подпишись прямо сейчас, чтобы ролики выходили чаще, обязательно подписывайся. В этих читах написано, что они позволяют открывать кейсы, в которых 100% будет выпадать аркана. Ничего себе! Уже руки чешутся их проверить. Погнали! Ух ты! Наконец-то выпала аркана! Чит реально работает! Вот только почему-то цвет арканы не красный, а какой-то другой. Ну это что-то опять разработчики накосячили, потому что чит стоит 5000 рублей. Тут, ну, 100% падает только аркана. Поэтому что нужно? Правильно писать в техподдержку. Снова. Я разберусь, почему разработчики мне не дали из кейса аркану. Еще и забанили, что? Ну,
блин, надо им опять пообещать, что уж теперь точно читы качать не буду. Уж, по крайней мере, за 5000 рублей. Хорошо, без проблем. Бан уже снят. Заходите в игру и покупайте новые читы. Покупка чита за 10000 рублей! Мне написали, что мой аккаунт разбанили в последний раз, чтобы я не качал читов, иначе бан будет навсегда. Ну я же пообещал, что за 5000 качать читы не буду. Но тут есть еще один за 10000 рублей. У меня столько-то и денег нету. Нужно попросить у бати или взять кредит. Бать, дай мне 10-ку, я в игру хочу задонатить. Эй, хих, сынок, 10-ка-то это немного, держи. Блин, батя, ну я-то имел в виду 10000 рублей. Эхе-хе-хе, эх ты ж мелкий паскудник, 10000 не дам. Ладно, кредит за 10000 тоже пойдет. Фух, интересно, что тут в чите за 10-ку будет? Взял, купил, и так тут АИМ, спидхак, ИВХ, и скинов очень много крутых, чё тут только и нету, пойду я играть. Одна рейтинговая игра спустя. Да, наконец-то, отыграли один матчмейкинг и выиграли 10-0, вот это я крутой, хоть и влез в долги, но теперь меня все в школе зауважают. Эй, опять бан, так это за что, я же обещал, чёрт. Опять напишу в техподдержку. Мы решили всем коллективом послать вас в жопу. Хорошего дня. А ты прямо сейчас скинь этот ролик своему другу, чтобы он тоже знал, что будет, если купить читы от 1 рубля до 10000. А сам кликай по этому видосу, и тут ты узнаешь, какой бокс самый окупаемый в стендоффе. Либо кликай по этому, и ты узнаешь все пасхалки за 7 лет игры. Переходи и смотри.